Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Будь здорова, Одесса». Кризис, будь то мировой или отдельно взятого человека, это всегда новые возможности. Возможности достижения финансового благополучия, личностного роста или социальной реализации, а вернее и социальной реализации. И для того, чтобы ответить на вопрос, как этого достичь, мы пригласили в студию экспертов, которые благодаря своему собственному опыту и примерам своих коллег расскажут нам сегодня рецепт успеха. Итак, тема нашей сегодняшней программы – необычные возможности для обычных людей. И гости нашей студии – Марина Федоренко, профессиональный сетевик, топ-лидер международной компании «Коралловый клуб». Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. И Александр Подпорин, топ-лидер международной компании «Коралловый клуб», член президентского совета, основатель международного движения молодых бизнесменов «Поколение Next». Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые эксперты, и первый вопрос к вам. Какое ваше отношение к кризису? Ну, по рейтингу это сейчас один из таких важных вопросов, часто задаваемых. И когда вот первый раз мне задали этот вопрос, первое, что я вспомнил, вот свою бизнес-юность, когда я только начинал. И мне повезло, я общался с очень успешным для меня тогда человеком, и вот мы с ним общаемся, и он задал мне очень простой вопрос: а почему вот ты сейчас не развиваешься? И я набрал полную грудь воздуха и начал искать оправдание, что сейчас кризис, сейчас нет работы, маленькие зарплаты, люди переживают, ничего не происходит. Он на меня так посмотрел и говорит: Саш, запомни на всю жизнь. Твое состояние финансовое, духовное, душевное никогда не зависело, не зависит и не будет зависеть от экономической, политической и социальной обстановки в стране. Вот это те слова, которые изменили мое отношение в принципе к всему. Я понял, что зависит все только от меня. И на самом деле вот моя команда, ребята, которые у меня уже много лет зарабатывают очень серьезные деньги, всю свою основу бизнеса они построили именно во времена изменения, во времена так называемого кризиса. Поэтому для меня это возможности, но зависит все именно от нас. Марина, ну для вас, как для женщины, что такое кризис? Ну, как для начитанной женщины, скажу одно. Китайский иероглиф «кризис» одновременно обозначает и риск, и возможность. Конечно, мы пережили уже достаточно много кризисов. Когда-то для людей моего поколения, когда у нас всегда все было хорошо, и вдруг кризис, невозможно, боже, ужас, что будет. Потом еще один кризис. Ужас, ужас, ужас. Не очень ужас, а теперь да ужас, но не ужас, да? Смысл в чем? В каждой кризисной ситуации, чем она хороша? Вот у меня в жизни произошло то же самое. Я точно знала, что я специалист, у меня профессия, у меня имя, у меня есть круг людей, которые очень высоко ценят. Но сегодня за это не платят, и я не могу содержать семью. Что же нужно было делать? Я поняла одну вещь. Если в кризисной ситуации мы лично не меняемся, то нас выбрасывает на обочину. И поэтому каждый кризис – это колоссальный шанс выйти из привычной зоны комфорта и начать думать, а что я могу, а что я вообще умею, а в чем у меня способности, а чему я могу научиться. И, кстати, это очень хорошая вещь для того, чтобы взять паузу, сосредоточиться и посмотреть самые перспективные тренды, да, вот где это возможно. Знаете, мне очень нравится анекдот, не анекдот, это правило дорожного движения. Вы знаете, что если вы задавили курицу, вам ничего не будет. Вот гуся будете отвечать по всей строгости закона. Почему? Потому что гусь идет и не сворачивает. А курица туда-сюда. Будете метаться от ужаса в кризисе, ну, вот так попадете под колеса кризиса, и никто за это отвечать не будет. Поэтому я считаю, что, конечно, страшно, конечно, тревожно, особенно если у людей нет опыта изменения своей стратегии в кризисной ситуации, но отнесись к этому как к колоссальному шансу. Колоссальному шансу. У меня есть коллега, замечательный человек, который вот тоже и благодаря кризису поменяла свою судьбу, и сегодня это богатый, обеспеченный человек. Она сказала, когда я первый раз попала в кризис, было так больно, так страшно, что я упала в депрессию. Совет от меня: ребята, мы не настолько богаты, чтобы попадать в депрессию. Потому что за депрессию вам никто не платит, только вы теряете деньги. Значит, и она говорит: вот я попала в депрессию, я так переживала, я к психотерапевтам, я туда-сюда. Но потом я поняла одну простую вещь. Кризис, он как пинок в мягкое место. И ты летишь, и когда уже перестаешь потирать ушибленное место, ты вдруг осознаешь, что обзор-то побольше,
Оказывается, можно найти место для посадки более точно, а не куда тебя вот так вот по наезженной отправили. Поэтому в кризисе нужно сохранять здравый смысл, холодную голову и любопытство, открытость к миру. А вдруг это самая замечательная вещь в вашей жизни? Иначе бы вы не бросили. Есть, еще добавлю, есть хорошее выражение: человек – птица гордая, не пнешь – не полетит. И вот здесь вот кризис – это всегда выход за какие-то рамки. Потому что в жизни мы имеем результат того, что мы делаем. Чтобы иметь что-то, что мы никогда не имели, нужно делать то, что мы никогда не делали. И для многих кризис – это вот даже вот тот самый пинок, который вытаскивает из зоны комфорта и дает совершенно другие возможности. Главное – не сдаваться, не уходить вот в ту самую депрессию, а искать вот ту самую возможность, которая уже заложена в слове «кризис». Вы достаточно успешные люди, замечательные профессионалы, бизнесмены. Вас знают многие люди во многих странах, что характерно. Скажите, вот вы сетевики, профессиональные сетевики, так, по крайней мере, я вас сегодня представила с этой точки зрения на вашу жизнь. Скажите, вот существует два диаметрально противоположных мнения. Одни считают, что сетевой маркетинг – это панацея от всех бед, другие считают несерьезным бизнесом. Что же, по сути, такое сетевой маркетинг для вас? Ну, вы знаете, первое, что мне очень нравится вот в этом обращении, Танечка, одни считают, что это несерьезно, другие считают, что панацея. Эти считают, что надо только в сетевой, эти считают, что никогда и ни за что. И все что-то считают по поводу сетевого бизнеса. Мы на правильном пути, товарищи. Значит, это очень остро обсуждаемая тема, да? Значит, она привлекает внимание. И я не знаю ни одного направления, будь то в науке, будь то в культуре, будь то в технологиях, будь то в социальных сферах, ни одного направления, которое бы делало шаг вперед и не встречало сопротивления. И Шопенгауэр говорил в свое время, что все великие возможности проходят три этапа. Этап осмеяния, когда все говорят, несерьезно, вот как раз то, что говорит довольно большое количество людей. Потом этап противостояния. Сегодня мы находимся на границе осмеяния и противостояния, когда люди говорят, это не получится, потому что это очень раздражает. Почему ты не такой, как все? Почему ты не встаешь утром, не идешь на работу, ни свет, ни заря? И почему ты занят вечером? В то время, когда должен сидеть дома и так далее. Да? И потом какие-то деньги совершенно другие. Да? Но третий этап у каждой великой возможности – это этап очевидности. Когда люди говорят, ну это естественно. Я очень много действительно езжу по миру. Я была и в Японии, и в Китае, и в Бразилии, Америке, Канаде, и в Европе, во многих странах. И вы знаете, во многих странах сетевой маркетинг воспринимают, вы знаете, как-то уже даже неинтересно. Нормально. Это один из путей развития. Если у вас есть возможности, знания, стремление, финансовые в том числе возможности, открыть свое собственное производство, ну замечательно, это просто сказочно. Именно это так необходимо. Если у вас есть возможность и талант разрабатывать новые технологии, замечательно. Сетевой маркетинг – это, понять надо, что это такое, это система продвижения товаров, услуг, информации от производителя к потребителю методом личного общения. Да? Так вот, если вы производите самые замечательные компьютеры, но никто не знает и не покупает, вы разоряетесь. Очень многие производители, я разговариваю с людьми разного уровня достатка, и в том числе с богатыми людьми, они говорят, классная идея. Минимальные затраты, максимальная агрессия на рынке, потому что сегодня реклама – это бешеные деньги, да? А вот совет близкого, родного человека, знакомого или познакомившись впервые с человеком, люди покупают не просто мнение, они покупают эмоции от результата у другого человека, от человека к человеку. Является ли это панацеей во всех случаях жизни? Вы знаете, если вы возьмете политиков, посмотрите, да, то очень многие политики, и мировые, и в России, и на Украине,
в своем анамнезе, скажем так, имеют опыт работы в сетевом маркетинге. Я считаю, что это колоссальная школа саморазвития. И является ли это панацеей для большинства людей? Это единственный шанс изменить свое состояние, свое понимание, своих возможностей, свое финансовое состояние и выйти за границы обычного, свое личностное развитие поднять. Вот в этом плане, да. Но для этого надо сделать наверняка какой-то первый шаг или как-то совершенно, вот опять же, говоря про политиков, наверное, обучение стоит очень дорого, а в ситуации кризиса не все могут позволить себе некое дорогостоящее обучение. Вот, на самом деле, если взять, опять же, по поводу сетевого маркетинга, я, вот, меня сейчас поддержит много количество наших телезрителей, я тоже считал, что это абсолютно несерьезный бизнес. Но я считал одну вещь, я считал, что бизнес это серьезно, потому что у меня была цель очень простая – свобода. То есть вот то, что мне хотелось, то, что мне было жизненно необходимо на том этапе, когда я был в большом поиске, это свобода. И главный вопрос, который я задавал, почему люди вокруг меня, включая моих родителей, мое окружение, не живут так, как они хотят. Они живут, но им приходится любить те вещи, которые им дает жизнь. А я хотел, чтобы в мою жизнь приходили те вещи, которые я люблю, которые я не знаю. Для этого нужны вот те самые вещи. Для этого я очень понял, что мне нужно, чтобы понять, что я хочу. Мне нужно перепробовать громадное количество, перепутешествовать, переобщаться с громадным количеством людей. Следующий этап, что мне для этого нужно? Для этого мне нужно а. здоровье, б. деньги и третье – свободное время. Именно свободное время. Вот что важно. Не просто время, а именно свободное время. И я начал искать инструмент, который меня к этому приведет. Перебрав громадное количество направлений бизнеса, я не нашел ни одного, чтобы мне дало серьезный заработок, без условий, что ты ходишь на работу. Тогда я попал в сетевой маркетинг. И мне первое, что сказали: Саш, сетевой маркетинг – это такой же бизнес, как и все остальные. Единственное, как в каждом бизнесе есть своя специфика. Тебе в ней нужно разобраться. И чем дальше я разбирался, тем больше я понимал, что это тот путь, который меня 100% приведет к тому, что я хочу, как инструмент. И когда я это понял, я начал еще серьезнее к этому относиться. Но эта вся основа, она основана на вере. Просто на вере. Вот вопрос вашего успеха и вопрос ваших действий – это вера. Если вы помните, имеете веру с гречишное зерно, и вы сможете двигать горы. Вот есть два вида веры. Первая – слепая вера, да, верь или уходи. А вторая – вера построена на знаниях. Вот что такое сетевой маркетинг? Это вера, построена на знаниях. Поэтому если говорить об обучении, которое проходит в сетевом маркетинге, когда ко мне приходит человек в команду, к любому из наших лидеров, моя задача, чтобы он то, зачем он пришел, получил. Вот, извините за такое выражение, мне нет смысла человеку лапшу на уши вешать. Почему? Потому что если я ему что-то расскажу, что не сработает, то в конечном итоге это не сработает у меня. И вот здесь есть вот та система «выиграл-выиграл». Когда я пришел в этот бизнес, ребята, которые зарабатывали тогда очень серьезные деньги уже по моим меркам, которые были очень успешными бизнесменами, которые фактически там по иерархии являлись моим начальством, моими руководителями, они выкладывались по полной программе, они хотели, чтобы я достиг успеха больше даже, чем я на тот момент хотел. Поэтому обучение здесь совершенно другое. Где вы видели, когда сидит зал людей, которые пришли, еще не знают, что они хотят, уверены, не уверены. А со сцены выступают люди, реальные миллионеры, которые их фактически, если сказать, уговаривают. Ребята, ну давайте вы будете богаче, давайте вы будете здоровее, давайте вы измените свою жизнь. Ведь это также так прекрасно, путешествовать по миру, это так прекрасно иметь свободу выбора, настоящую свободу выбора, когда не тебя выбирают, а ты выбираешь. И вот это все, оно завязано, да, оно завязано на обучение, но обучение здесь стоит очень дорого. Оно стоит понимания того, насколько тебе это нужно, понимание изменить свою жизнь, понимание того, что ты можешь жить совершенно необыкновенной, совершенно другой жизнью. Но для этого ты должен делать те вещи, которые ты никогда не делал. И будут разочарования, потому что первую компанию сетевого маркетинга, в которую я попал, появилась вера, появились знания. Но когда я начал разбираться, я понял, что не приведет меня туда, к чему я хочу. Вот к той самой свободе, к тому самому пассивному доходу. И я решил, что, опять же, рассказывать одно, на самом деле другое. На что мне мудрый наставник сказал: Саш, вот на самом деле индустрия сетевого маркетинга – это индустрия, которая каждый день дает долларового миллионера в мире. И твоя задача сегодня – найти инструмент, который в этой индустрии тебя приведет к тому, что ты хочешь. И мне тогда был очень простой выбор – найти компанию, которая бы мне подошла. Не которая являлась там самой лучшей по каким-то мнениям. Мне нужен был инструмент для меня лично.
И я 3 года искал. Я перебрал все компании, которые были на рынке. Но я выбирал не компанию, я выбирал инструмент, который меня через 3-5 лет приведет к тому, что я хочу. И в результате, вот к концу 3-го года появилась та компания, которую я совершенно здраво проанализировал. Причем я это делал не за один день, а у меня ушло 30 минут на то, чтобы досконально проанализировать. Потому что я считал, что я не имею права на ошибку, потому что я людей буду за собой вести. И через 3 года я добился то, чего я хотел. Той суммы денег ежемесячно, которая мне позволила на 6 лет уйти на каникулы. На 6 лет уйти в самое увлекательное путешествие в своей жизни. Найти себя. А найти себя можно, если ты пробуешь. Ну вот кто-то считает, что он художник. А как узнать, художник ты или нет? Нужно нанять самого лучшего учителя, самый лучший материал и потратить на это не один месяц. Это много месяцев, это даже не один год, чтобы разобраться, что ты на самом деле не художник. Да? Короче говоря, для того, чтобы иметь такую возможность, нужно иметь здоровье, время и деньги. Да? Это свободное время. Свободное, оплаченное время. Вот есть хорошее выражение. Вот все знают выражение «время, деньги». А что такое свободное время? Вот свободное время – это большие деньги. И я хочу сказать, что когда мы с Сашей впервые познакомились, вот он только делал свои первые шаги, и он пришел в нашу компанию в 22,5 года, в 25 лет. Он был миллионером. Только давайте с вами немножко по поводу разберемся с миллионером. Все считают, что миллионер – это вот у меня в банке миллион лежит. С точки зрения обычных представлений, да, в общем-то, это так. Но люди меряют богатство количеством бумажков. Сколько у меня бумажек в кошельке? Потому что золото, мало кто сегодня имеет эту культуру иметь золото, да. Там золото, драгоценные металлы вкладывать. Но богатство определяется на самом деле, если почитать Роберта Киосаки, временем. Сколько времени вы можете не работать, наслаждаться жизнью, при этом ваш уровень жизни не падает. Что нужно для этого сделать? Вот Саша за 2,5 года создал организацию, которая стала приносить ему ежемесячный, 5-значный доход, что позволяло ему путешествовать, заниматься, если не собой, заниматься спортом. Он у нас много чем занимается спортом, строить семью. Саша отец 3 детей, у него 3 очаровательные дочери. Вот он живет. Знаете, друзья мои, очень часто люди говорят, я так люблю детей, только я их никогда не вижу, потому что работаю на 3 работах. Да? Я хочу, чтобы у них все было хорошо, и у меня не остается времени на то, чтобы им уделить время. Все начинается вообще на самом деле просто. Вот в чем сложность сетевого маркетинга? Дело в том, что, опять же, вернусь к Роберту Киосаки, он говорит, что есть 4 типа занятости. Если мы находимся в отношении к финансовому потоку, с какой стороны находимся, вот так мы себе судьбу выбираем. Если мы наемные рабочие, то будем жить практически всегда ради тех, кто на нас зарабатывает, мы будем обслуживать чужие мечты, у нас не будет ни свободного времени, да и, в общем-то, денег особо не будет. У кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Там, если мы работаем на себя, и Саша, и я, мы прошли все как раз этапы, да, то колоссальная ответственность, огромное количество времени, ты с утра до вечера работаешь, оборот есть, только вынуть вопрос. Если ты хочешь дальнейшего развития, ты еще и должен достаточно долго. И все равно это за счет своей жизни. Бизнесмены – это люди, которые строят системы, сети. Вообще есть выражение, что нищие ищут зарплату, богатые строят сети. И есть инвесторы, которые инвестируют. А вот инвестируют что? У нас же в голове только одна картинка. Если у меня были деньги, я бы их инвестировал, и тогда был бы очень богат. Так вот, сложность сетевого маркетинга состоит в том, что при слове «бизнес» все представляют огромные деньги, которые надо сначала положить. И та психологическая сложность, которой мы, собственно, обязаны современным средствам массовой информации. Что такое богатый человек? Дорогая машина, шикарный дом, поездки везде, у него все как-то само есть. И желание вызывается хотеть иметь это все сегодня, а еще лучше позавчера, и все, и сразу, и желательно без усилий.
Но любой бизнесмен, который выстроил бизнес, начинал с идеи, с поисков наставника, освоения темы, да, знал, что несколько первые 3-5 лет это сплошные инвестиции, времени, денег, усилий, и только потом. Ничем не отличается сетевой маркетинг. Все начинается с простых первых шагов. И давайте вот посмотрим фильм, который на самом деле как раз об этом он говорит. Ценность времени и возможность стать действительно очень богатым человеком, если вы умеете его правильно инвестировать. Время. Оно дано каждому из нас от рождения, всем поровну, 24 часа в сутки, и нищим, и богатым. Так почему? Одни люди добиваются успеха, а другие всю жизнь влачат в нищете. Секунды складываются в минуты, минуты собираются в часы, часы накапливаются, и вот уже сутки. Сутки собираются, накапливаются в недели, месяцы, годы, и вот за плечами целая жизнь. Но если на всех континентах мира 24 часа в сутках для каждого из нас, какой секрет знают богатые и успешные люди? Существует всего 4 способа, как потратить свое время, и они выбирают лучший. Время можно подарить своим детям, подарить своим друзьям для радости и удовольствий, подарить своим самым близким людям, чтобы успеть оказать внимание, поддержку, проявить свою любовь. Время можно уничтожить на страхи и пустые опасения, на то, чтобы оправдаться, почему ты стал неуспешным, разбить в слезах, оплакивая свои неудачи, или спалить в глупой ярости. Время можно продавать дешево или поминутно, работая на конвейере, или часами, работая на хозяина или на себя. Но помните, в сутках всего 24 часа, и это все, что у вас есть. Богатые люди умножают свое время. Они инвестируют свои знания в других людей и выстраивают целые системы, где в результате каждая секунда превращается в ценность. Представьте себе, что каждый день вы тратите всего 2 часа, чтобы найти и обучить 2 человек в месяц. И они тоже будут тратить по 2 часа в день, работая как и вы. И значит, в сутках 6 рабочих часов и, соответственно, в 3 раза больше денег. Ну а если их будет не двое? А если за месяц вы найдете и обучите 5 человек, и каждый потратит 2 часа, значит, в рабочих сутках 12 рабочих часов, и, соответственно, в 6 раз больше денег. Ну а если вы пойдете дальше, и каждого из них научите не только работать, как вы, но и привлекать и обучать следующих людей, и каждый потратит 2 часа, а вместе 62 рабочих часа в ваших сутках и достаточно много денег. И если этим заниматься изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, то именно так можно обрести реальную свободу и возможность тратить свое время так, как вы хотите, в любую минуту своей жизни. Время можно потерять на сон и пустые мечты, просыпать между пальцами на сплетни и склоки или пытаться растянуть сутки, чтобы успеть сделать все самому. Быть богатым или нищим. Умножать время или делать все самому. Решать вам, какой сценарий вы готовите себе в будущем. Тюремную решетку нищеты? Или, может, стоит научиться умножать и инвестировать свое время с тем, чтобы получить в подарок весь мир? Время принимать решения прямо сейчас. Александр, но у многих сложилось впечатление, что сетевой маркетинг – это финансовая пирамида. А что такое финансовая пирамида, к сожалению, очень многие знают на своем печальном опыте. Вот немногие знают, что такое финансовая пирамида, но все их точно боятся. Вот, на самом деле взять, вот что такое пирамида? Пирамида – это самая устойчивая фигура. Если взять все вокруг, все нас окружает пирамидой. Вопрос, многие не понимают, в чем смысл пирамиды. Есть пирамида государства, да? Руководитель, подчиненный и так далее, пирамида. Есть пирамида военная, где, опять же, там генерал, под ним тоже пирамида. Есть пирамида финансовая, которую все боятся. Вот в чем ее основной момент? В том, что вверх идут деньги, а вниз не идет ничего. Либо
просто какой-то продукт, который не имеет значения, но основной двигатель финансовой пирамиды – это деньги. Когда вы отдаете деньги, а взамен получаете обещание и еще иметь больше денег. Вот что такое пирамида сетевого маркетинга или пирамида MLM? Это тогда, когда в них идет качественная, востребованная, действительно по-настоящему нужная для человека продукция, а вверх идет адекватная плата за эту продукцию. Вот этих пирамид никто не боится на самом деле. И вот здесь стоит разобраться. Вот это вопрос, в первую очередь, вопрос финансовой грамотности. В рамках этой передачи мы не сможем там осветить. Но я очень бы рекомендовал, вот как я отвечаю за свое видео, да, вот есть, если посмотреть в интернете, Александр Подпорин «Ликвидация экономической безграмотности». Такое видео с претензией. То есть там вот расписано, разрисовано, что, как, зачем, почему. И на самом деле вопрос бояться, это вопрос того, что человек не хочет разобраться. То есть, ой, боюсь. Да? А когда ты разбираешься, когда ты владеешь вопросом, действительно ли это так, действительно ли это возможно, чего стоит бояться, ты тогда не просто, ты вооружен. И ты можешь, потому что те, кто боятся, тех наоборот легче на их страхи использовать в этих всех системах. То есть им проще переложить ответственность на тех, кто их якобы там уговорил, чем разобраться действительно, как обстоят дела. Абсолютно точно. Более того, вы знаете, вот самый яркий пример финансовой пирамиды – это МММ. Раз влетели, основной призыв финансовой пирамиды – делать ничего не надо, ты только деньги принеси. А если хочешь большие деньги, ты большие деньги и принеси, тогда ты на ракете влетишь в бизнес. Да? И что меня потрясло, после того, что МММ, все разорились, все знали, возмущались, как Голубкова могли по телевидению выпустить, государство поддерживало. Действительно, государство поддерживало. И сегодня понятно, зачем и почему, куда эти деньги пошли. Но все, посадить. Человек кинул всех, его выпускают. И ему снова дают время на телеканалах. Ребят, но что меня больше всего изумило, что его выпускают. И он говорит совершенно нагло и честно: ребята, не приносите последние деньги. Инвестировать надо не последние, но большие. И опять. И находятся люди, которые мало того, что сами приносят деньги, еще и зовут своих друзей и говорят: идем, сейчас момент. Видите как, сейчас момент, надо первым, потому что если ты первый, мы заработаем. Что-то будет дальше, все равно будет плохо. Что такое сетевой бизнес? Ребят, когда вы приходите и надо разобраться, посмотрите на лицо человека. Жванецкий говорит: я слов не понимаю, я на лицо смотрю. Говорю: если мне автомеханик говорит, я вам поменял там карбюратор. Он говорит: не поменял. На лицо смотрю, говорю: не поменял. Говорю: а, нет, запаял. Не запаял. Ну, я пойду проверю. Но самое главное, посмотрите, что вам предлагает человек. Если он предлагает вам внести большие деньги и набрать огромную кучу людей, которые принесут большие деньги, ноги в руки подальше. А вот если он вам предлагает ценный продукт, то, чем он пользуется сам, и то, что вам-то нужно на самом деле, начните с этого. Второе, если он вам говорит о том, что это такой же бизнес, и он требует грамотного подхода, здесь надо научиться, здесь нужны навыки, деньги на тебя не свалятся. У нас масса людей, которые выросли на сказках по щучьему велению, по моему хотению. Я только хочу, и все свалится. Дайте. Что ты можешь предложить? Если наставник тебе говорит, что в первую очередь, какие у тебя ценности? Ведь мы получаем деньги в зависимости от того, какие ценности мы предлагаем людям. Если для них это ценно, они готовы платить деньги, они покупают. Да? И зачем вы приходите? Если вы приходите для того, чтобы поменять свою жизнь, то вам и говорят, что, ребят, вам надо изменить свое отношение к самому себе, к своим возможностям, отношение к индустрии, отношение к компании, отношение к себе и к людям. Знаете, у меня иногда бывает, приходит и говорит: ой, Марина, такая женщина, замечательно, за деньги мать родную задавит. Я говорю: ну, как раз сначала мать, потом тебя. Тебе зачем такой человек? Вот самое главное, что вы хотите, если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны начать с изменения себя. И все на самом деле в этом плане очень просто. В сетевом бизнесе почему люди говорят: ой, это не работает, да? Ой, я там был, там не работает. Либо не докопал до золота, да, либо испугался первых трудностей. Но вопрос самое главное, ребят,
Мне очень нравятся лекции Радислава Гандапаса, и вот он высказывает мысль, с которой я абсолютно 100% согласна. Чем больше ответственности вы готовы взять на себя за свое дело, за успех других людей, тем выше ваши доходы. И это самый правильный секрет справедливости. Потому что что такое директор завода? Он отвечает за колоссальную, за работу колоссального количества людей, за их безопасность, за их жизнь, за результат. Что такое капитан судна? Вот мы плавали с замечательным капитаном на судне. Он говорит, пока я был вторым помощником, я все знал, все делал, но когда я стал капитаном, я делаю все то же самое. Но я не спал 2 недели. Уровень ответственности больше, да? Так вот, ребята, если вы хотите серьезно зарабатывать в сетевом маркетинге деньги, то вы должны понять, что все начинается с простых первых шагов, и по мере этих шагов и роста вы становитесь человеком, к которому прислушиваются люди, с которым сверяются люди, у которого учатся люди. И если вы готовы честно, качественно поддерживать и продвигать их, вас ждет фантастическое будущее. Александра, я предлагаю продолжить все-таки делиться секретами, вот как замечательно начала Марина. А все-таки ваш какой-то тоже особый секрет успеха? Вот есть у меня самый главный секрет, на мой взгляд, вот этот секрет, который стоит всех денег мира. Для меня это главный секрет успеха. Если его вот те люди, которые это сейчас смотрят, превратят в вопрос и будут этот вопрос задавать себе каждый день, они будут необыкновенно успешны, вот 100%. Это уже испытано, и так или иначе все великие успешные люди, они об этом говорят. Вопрос очень простой. То, что я делаю, ведет ли меня к тому, что я хочу? Вот то, что я делаю, ведет ли меня к тому, что я хочу? У меня ребята из поколения Next, движения молодых бизнесменов, они выходили на улицу с соцопросом и задавали, ну, на самом деле, 2 вопроса. Первый вопрос, чем занимаетесь, работаете или учитесь? И второй вопрос, то, что вы делаете, приведет ли вас к жизни так, как вы хотите? Мы поразились результатом. Больше 95% людей, которые отвечали, говорили, нет, не приведет. Зачем же вы этим занимаетесь? Мы говорим о позитиве, о любви, о жизни, о обществе, о доброте. Какая может быть доброта, если человек жизнь живет, точно знает, что ему впереди ничего не светит. Все, свет в конце туннеля отключили. И вот здесь вот тот момент, для меня это вопрос адекватности человека. Насколько я могу считать себя адекватным, если я хочу одного, а делаю те вещи, которые никогда меня к этому не приведут. Вот для меня это самый главный вопрос успеха. Утром вы встаете и задаете себе вопрос, то, что я буду делать сегодня, то, что я буду делать в течение месяца. Вот к чему меня это приведет? Приведет ли меня это к тому, что я хочу? Если приведет, супер, а если нет? И вот все равно будет 2020 год, 2025, 2030. Вопрос, где вы в это время будете? И вот от того, что вы сегодня делаете, какие решения вы принимаете, какие шаги вы делаете, как вы оцениваете? Я немного не согласен с Мариной по поводу того, что выбирайте, вот вам скажут, что это порядочно, честно. Вот представьте, нет ни одной компании, в которую вы пришли и сказали, ну мы не совсем порядочные, не совсем честные, но мы хотим работать. Для меня это вопрос выбора инструмента профессиональный. Если вы хотите изменить свою жизнь, работу можно за один день найти. За один день работу можно найти, в бизнесе разобраться за один день нельзя, тем более за эфир у нас тут времени несколько минут. Вот если вы хотите действительно разобраться, вам нужно вложить время, потратить в самообразование, пообщаться с людьми, можно пообщаться, мы доступны, да, вот я доступен в том же интернете, социальные сети, я не обещаю, что я всем сразу отвечаю, но в течение нескольких дней я отвечаю практически на все письма, которые ко мне приходят. И вы можете задать вопросы, которые вас волнуют, которые вас интересуют. И это вопрос профессионального подхода к своему будущему, потому что ничего важнее, чем наше будущее, на самом деле нет. Оно зависит от того, что мы каждый день делаем, от того, что мы каждый день думаем, от того, разговариваем мы с самим собой. Мы со всеми вокруг разговариваем, а с самим собой, по-честному. Для меня вопрос заработка, вопрос, один из честных вопросов в плане денег, он очень простой. Занимался ли бы я тем, чем занимаюсь, если бы у меня не стоял вопрос заработка денег? Вот задайте себе этот вопрос на самом деле. Замечательно. Но если говорить о секретах, то еще несколько вещей. Естественно, что когда мы что-то новое начинаем, нам страшно. Мы не уверены, получится, нам немножко не хватает вот уверенности, что это для меня, что это получится, что это правильно. Согласна, Сашей, надо изучать. И есть такие, можно прийти на встречу, нужно послушать. Я очень большой скептик по натуре. Мне предлагали
десятки компаний. Я учила 10 компаний, мне предлагали работать в каждой. Я никуда не собралась. Вот мне там люди не понравились, там то, что они говорят, не понравились, там деньги никакие, там усилия неадекватные результату и так далее. Я очень скептически отношусь. Поэтому взвешивать, зачем вы приходите, что вы хотите получить, куда это ведет, какая перспектива. И вот сначала определитесь, нравится ли вам продукт, нравятся ли вам люди, и потом вцепитесь в специалистов. Брайан Трейси в свое время сказал, самый простой, самый эффективный путь стать успешным в любом деле, это найти успешного человека в этом деле, вцепиться в него и идти делать все, что он говорит, до тех пор, пока не станете еще более успешным, чем он. Пока не освоите все те навыки, способы отношения к жизни, мышления. Вот тогда это есть возможность поменять свою жизнь. Еще одна вещь в плане секретов. Не делайте людям того, чего бы вы не хотели в отношении самого себя. Да? Знаете, когда люди приходят и ради денег готовы унижаться, уговаривать, быть настырными, навязчивыми. Люди, надо просто понимать, что люди с той стороны смотрят и говорят, вот я так буду, я так не хочу. На самом деле главные вещи, определитесь, чего вы от себя хотите. Главный вопрос, тот, который задавал Саша. Ведет ли это туда, куда я хочу? Зачем я хочу поменять свою жизнь? Хочу ли я ее поменять по-настоящему? И если вы хотите получить возможности международного бизнеса, если вы хотите получить поддержку и заинтересованность вас, многих людей, если вы готовы вкладываться, учиться вкладываться и идти через... Не у всех все получается. Майя Плисецкая тоже не родилась в большом Батмане, правда? Если вы готовы учиться и преодолевать какие-то, на первый взгляд, трудности, то есть выполнять уроки, все будет замечательно. Тем более, что это возможность освоить самую перспективную профессию, самую трендовую профессию 21 века. Сетевой маркетинг – это действительно колоссальная возможность. Ее оценили и предприниматели, и миллиардеры. Сегодня огромное количество людей заинтересованы в ее развитии и вкладывают свои деньги. Давайте посмотрим, что говорят миллиардеры о сетевом маркетинге и сколько успешных людей он дает миру.
вы говорите, что наставники – это инструмент. Инструмент для достижения собственного личного счастья. И надо хватать этого наставника по возможности, да, и слушать этого человека и обучаться у него. Вот вы два эксперта, вы члены президентского совета, вы профессиональные сетевики и топ-лидеры. Скажите, а преподаете ли вы сейчас? В сетевом маркетинге топ-лидеры не преподают. Они тренируют. То есть, конечно, безусловно, у нас есть школы, у нас есть лекции, выстроена целая система шаг за шаг. Но когда я говорила о наставнике, это не просто возможность прийти на школу послушать. Это вцепиться и делать шаг за шагом то, что тебе говорят. Безусловно, есть. У нас в Одессе на такие встречи проходят на Соборной площади. Соборная площадь 1, офис 41. Здесь есть телефон, и можно позвонить, узнать расписание. Александр к нам приезжает. Да. Приезжает, и слава богу, не только Саша приезжает. Приезжают успешные люди, которые уже сегодня состоялись. На такие встречи можно попасть. Но главное, тот человек, который вас пригласил, двигаться вместе с ним. И вторая вещь. У меня есть сайт, у Саши есть сайт. Мы оба в Фейсбуке. Задавать вопросы, безусловно, можно. Ребят, все зависит только от вас. Если вы хотите сначала разобраться, а потом включиться, не вопрос. Используйте все возможности. А я немножко преподаю, если это можно так назвать. У меня очень большое количество друзей и сетевиков в разных компаниях. И очень часто меня приглашают, чтобы я для их людей провел встречу, поговорил о финансах, поговорил об оценке. Меня приглашают, я выступал в школах, в институтах с молодежью, потому что вот то, чем я занимаюсь, это движение молодых бизнесменов, поколение Next, это не коммерческая организация, там никто не преследует на этой организации зарабатывать деньги. Но это возможность сегодня для молодежи разобраться вот с тем успехом, почему. Ну, не учат в школе, в институте, как быть успешным, богатым и здоровым. Вот есть полностью технологии, и мы работаем с этим, мы рассказываем разным людям. То есть, и возможно, но это вот все в тех рамках. Вот в Одессе это то, о чем говорила Марина. Я Марине очень благодарен. Вот она так сказала, вот не преподаю. Это вообще гениальный наставник. Вот представьте, вот этот человек, благодаря ему сотни тысяч людей сейчас изменили свою жизнь. На ее дисках, на ее видео учатся сотни тысяч людей по всему миру. Ее видео переведено уже сейчас на разные языки. Это просто, я вот очень благодарен, и вот одесситы, я вот нежно за вас радуюсь, очень люблю город, и вам необыкновенно повезло, что лидер такого уровня, такой спикер, такой учитель по такому предмету, как успех, деньги и здоровье, проживает в вашем городе и обожает этот город, с ним всегда столько всего она про него рассказывает, просто обалденно. Спасибо большое, что были у нас в студии, поделились секретами успеха, уважаемые телезрители, а я желаю вам достигнуть финансового благополучия, желаю вам достигнуть личностного роста и социальной реализации. Будь здоровы, Одесса!